Эту уборочную машину абаканское парковое хозяйство приобрели в 2012 году. Она обошлась городскому бюджету в 4,5 миллиона рублей. Поначалу мультикар использовали только для мытья тротуаров. А недавно его ввели в активную эксплуатацию. Наиболее он эффективен там, где требуется компактность, экономичность и высокая мобильность. К примеру, вручную на уборку от листвы и мусора одной такой дорожки в сквере у рабочего абаканского паркового хозяйства уходит минимум час. Мультикар справляется с этой задачей за 10 минут. За рулем Сан Саныч. Ловко орудуя в кабине грузовичка, опытный водитель не перестает нахваливать удобство и маневренность немецкой чудо-техники. Вот только одной машинки на целый город-то маловато. Еще бы одну. Тогда, говорит Сан Саныч, дело пошло бы еще быстрее. Тем более, что впереди самый сезон уборка листвы. В машину установлен вакуумный механизм. Две большие щетки сметают весь мусор в мощный пылесос, одновременно смачивая участок дороги водой, чтобы в воздух не поднималась пыль. В будку грузовичка помещается один кубометр мусора. Это как раз то количество, которое собирает техника в течение одного рабочего дня. Мультикар мы запустили в этом году и сразу поняли, что он достаточно эффективно работает. С ним всего один оператор ездит для того, чтобы убраться в тех местах, где невозможно подъехать машиной. Достаточно эффективная машина, быстро убирается и достаточно чисто. Вот у него получается почти чуть ли не как новый асфальт. Кроме того, мультикар оснащен мойкой высокого давления, которая позволяет мыть тротуары, памятники и даже удалять объявления с остановок и столбов. Вскоре уборочную технику начнут использовать с раннего утра, ведь только в это время парковки и дороги города относительно свободны от автомобилей. А зимой мультикар оснастят снегоуборочным оборудованием. Кстати, это не единственная современная техника коммунальной службы, которая значительно увеличивает эффективность работы. Не так давно в абаканском парковом хозяйстве появился автоматический пересадчик деревьев и автовышка высотой 28 метров, которая позволяет обрезать ветки на самых высоких тополях. В планах руководства еще приобрести райдер – многофункциональный трактор для стрижки газонов. Анна Подоплелова, Николай Рябин, телевидение Абакан.